Большое поучение из беседы святителя Иоанна Златоуста. Мы воины Царя Небесного, мы облеклись в оружие духовное. Итак, запечатлей крест в уме и обними спасительное знамение душ наших. Этот самый крест спас и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, вел истину, землю обратил в небо, людей сделал ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже не страшны и не опасны. Смерть уже не смерть, а сон. Крестом все враждебное нам низложено и попрано. Итак, если кто скажет тебе, ты поклоняешься распятому, отвечай ему радостным голосом и с веселым лицом, поклоняюсь и не перестану поклоняться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие и благодари Господа, что он оказал нам такие благодеяния, которые без откровения свыше и познать никто не может. Такой человек смеется ведь потому только, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Первое послание Коринфянам, 2 глава. Тоже бывает и с детьми, когда они видят что-нибудь великое и удивительное. Если ты станешь им объяснять тайну, он засмеется, ребенок. И язычники подобны таким детям, а лучше сказать, и их безрассуднее. Почему и более достойны сожаления, как поступающие по-детски, и не в детском, а в совершенном возрасте. Но мы громким, сильным и высоким голосом взываем и говорим, что крест есть наша похвала, начало всех благ, дерзновение и все наше украшение. О, если бы я мог сказать с Павлом, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6 глава. Но не могу, будучи одержим различными страстями. Поэтому увещаю вас, а прежде вас себя самого, распяться миру и не иметь ничего общего с землей. Но возлюбить горнее отечество, славу и благо небесное. Мы, воины Царя Небесного, мы облеклись в оружие духовное. Зачем же мы живем подобно корчевникам, бродягам и даже подобно червям? Где царь, там должен быть и воин. Мы воины не отдаленного какого-нибудь царя, но близкого к нам. Земной царь не допустит всех в свой дворец и к своей особе. Но царь небесный хочет, чтобы все были близ царского его престола. Аминь.